хорошо быть неженатым, от попих жить вдали капризов и негативных их сюрпризов, и быть свободным и рогатым. Я понял это лишь недавно, прожив в разводе лет так пять. Я стал всех женщин избегать, зажил спокойно, мирно, славно. Не помышляю о свиданиях, о сексе, жарких поцелуях, у всех женатых обалдуях, порою жизнь совсем не ах. Подумайте сто раз, мужчины, для брака есть у вас причины. Ведь брак был, есть и будет браком, порой кончается он дракой, разводом, болью и страданием, за тягу к сексу наказанием. А как же скажете любовь, ведь от нее бурлит вся кровь. С началом брака та любовь со временем покинет кровь. Это всего лишь эндорфины, они, конечно же, все сгинут. Серотонин придет весь в норму, вы обретете снова форму, рассудок станет чистым, трезвым, из брака побежите резво. Любовь, конечно, существует, ее Творец нам всем дарует. Ей не нужны все путы брака, в ней нету похоти и мрака. Это энергия Творца, ей нет границ и нет конца. Она дарует всем нам жизни, порой тонкицы и лжи. Безусловность, бесконечность, она всегда, везде и вечно. Ее творцы лишь излучают, но все ли это понимают? Конечно, нет, не доросли, не той дорогой люди шли и продолжают путь свой грешный, порой трагичный и потешный. Но я свой путь уже нашел и к пониманию пришел, что должен жить не по инстинктам, не подвергать сознание пыткам, а жить свободно, стать творцом и для вселенной быть отцом, любить ее и всех созданий, творить с любовью в мироздании.